Церемонию балы-бала открывает Гранд Планес. Сразу 48 пар или 96 выпускников кружатся в танце. Согласно канонам бала, юноши одеты во фраке, а девушки в белые платья в пол. А на красной дорожке вступили виновники торжества – 477 выпускников, окончивших школу на 4,5. Из них 85 медалистов. Это рекордное количество отличников за всю историю мероприятия. В этом году по решению администрации города, руководства компании «Газпромнефтехим Салават» и предприятия «Салават Стекло» на торжество были приглашены 77 медалистов выпуска 2020 года. Это мероприятие, этот вечер нам больше всего с трудом достался. Очень много было приложено сил, особенно я хочу поблагодарить администрацию во главе с главой Игорем Геннадьевичем. Он приложил титанические усилия, я даже не могу представить, что надо было сделать для того, чтобы нам разрешили это провести. Мы все прекрасно понимаем, очень сложная ситуация, но мы очень хотели подарить этот праздник нашим детишкам. Результаты шикарные, то есть из 580 выпускников, которые вообще выпустились, 480 присутствуют здесь. И это очень хороший результат. И нам очень жаль, что не все 580, мы бы всех были рады видеть здесь. Но плюс 50 выпускников, которые в прошлом году закончили золотые медалисты, которых наш генеральный директор в этом году пригласил в том числе отмечать этот праздник. И мы собрали их по всей стране и привезли сюда, как и обещал Каримов Айрат Азатович. И для нас это тоже очень ценно, важно. И мы очень хотели, чтобы и они ощутили этот праздник, в том числе, и нам это удалось. На время проведения медового бала были усилены эпидемиологические меры. Все организаторы, задействованный персонал, артисты, учителя и представители СМИ имели отрицательный тест ПЦР. На входе был организован термометрический контроль и проверка на симптомы ОРВИ. На территории дворца были размещены устройства с антисептиком. Важно, чтобы после мероприятия ребята остались не только в отличном настроении, но и сохранили здоровье. Не сравнивать ни с чем, вот, но то, что я сегодня увидел, это, конечно, здорово. Это такие яркие, настоящие эмоции. Я прекрасно понимаю ребят, которые на протяжении последних лет учебы в школе старались, готовились к этому мероприятию, чтобы попасть вот в это число избранных, которые присутствуют на нем. И я очень рад, что такая добрая традиция, которая зародилась достаточно большое количество лет назад, она нашла свое продолжение, она развивается, и это является таким стимулом для наших выпускников, чтобы иметь возможность присутствовать здесь. Очень хороший позитивный настрой, такие довольные, счастливые лица ребят, которые здесь присутствуют. Такая положительная энергетика, она действительно напитывает нас для того, чтобы дальше воплощать хорошие дела на благо города. По доброй традиции салаватские умники и умницы были награждены ценными подарками. Еще 8 человек получили поощрительные грамоты за волю к победе. Конечно же, фотография на память, дружно, все вместе, под громкие, теплые, нескончаемые аплодисменты. Выпускники школы номер 18. Кощев Артем Павлович. Дозидинова Аделина Ильшатова. Викташенко Марсель Геннадьевич. Ибрагимова Лизан Хасанбоевна. Пастухов Артур Максимович. Приветствую выпускников школы номер 19. Бугрова Юлия Вячеславовна. Вы сегодня стоите перед порогом чего-то неизвестного. Для вас открывается много возможностей. Возможности получить знания и создать фундамент для вашего дальнейшего развития. Для того, чтобы стать успешным, необходимо много учиться, развиваться. Так что серьезно отнеситесь к следующему этапу вашей жизни. И ведь тот объем и качество знаний, которые вы получите в дальнейшем, будет залогом вашего успеха.
Напомним, что впервые «Балыбал» в Салавате прошел в 2007 году. Инициатором и организатором стала компания «Газпромнефтехимик Салават» при содействии предприятия «Салават Стекло» и администрации города. Традиционно выпускной организуется в определенном стиле. И ежегодно ребятам свои музыкальные презенты дарят звезды российской эстрады. Впечатления отличные, что можно сказать. Я победил, и это не может не радовать. Было очень сложно, и конкуренция была на уровне, она была очень достойной. Каждая девчонка по-своему хороша, и у каждой девчонки очень сильный номер, который был достоин победы. И вот кульминация праздника. 11 лет школьных будней остались позади. 477 молодых людей попрощались с детством навсегда. Впереди новые высоты, которые непременно будут покорены.